Привет, друзья, с вами Кеник, и сегодня мы начинаем, у вас даем survival на рейд. Рейд чувака Маркада какой-то. Какой-то чувак Маркада, я с собой взял вот такое обмундирование. Ботинок нет, конечно, ладно. Поехали, будем чекать, что у пацана такого хорошего есть, чтобы можно было спереть, короче. Ну, как бы это ни было не прискорбно, но так оно и должно быть. Поехали. Поехали. Шикарно должно быть. Давай какого-нибудь рейдера, там было бы вообще здорово. Маркада, привет, это я. Так, я с собой одну мачету взял. Ага. Вообще какая-то скудненькая база. Тут пусто. Видно, что-то стоит, деревянная стена. Ну-ка. Чё, гранату? Сейчас мы это все зачекаем, заверим, что нету. Ну ладно. Пацан просто решил вездеход сразу собрать. Кстати, мне когда-то надо уже начинать строить. Ну ладно, короче, не об этом сейчас. Начинаем. Блин, может где-нибудь вот здесь. О, навык проб. Ух ты. Давайте, пацаны, все сюда. По одному тут. Можно по два. Потому что у меня не особо. А, три даже зашло. Хорошо, косик, по-быстрому. Я вроде сразу в его логово попал. Уже броня моя сложилась почти. Все, есть. Готово. Но сразу на ящик попал. Ладно, идем дальше. Надо сиху выложить. Блин, чувак пить мой хочет. Надо сиху выложить, чтобы нечаянно не бахнуть. Чекаем дальше. Как бы первый ящик был не очень крутой. Добиваем до конца. И это до конца. Ага, ну кожа давай, да, конечно, кожа. Это круто. Бинты возьмем. Ага, у меня. Давай применим его. О, как раз у меня чувак хочет хавать. Поэтому съедаем все. Выпиваем. Все, жизненные показатели уже на норме. Ну, берем вот это. Ну, бутылки явно не надо. Так, вижу, еще здесь есть ящик. И здесь. Раз, два, три. А, боже мой, ну что-нибудь бы поинтереснее. Хоть. Заходим, ребят, заходим. Все равно. Коля, почему, Коля, ты не построил себе? Ладно, добиваем. Один заходишь. Да чё ж ты будешь делать? Ой, чуть не сдох. Не усмотрел. Какая-то кожаная база, если честно. Вот уже и грузи нету. Мачете ложится, боже, хорошо. Точнее, ничего хорошего. Что здесь? Мы заберем металл, заберем вот эту кожу. По факту, да, и больше нифига не надо. О, 5 красных карточек, дубы, шикарно. Сейчас пойду выложу. А машину я проверял, да, проверял. Все, окей. Так, что сюда? Чик, дубики сюда. Вс.
Да, вот сюда. А что еще? Здесь как бы я тоже могу взорвать, но я думаю, что вон стеночка какая-то там. Ну там, наверное, может и ничего и не быть. Ну ладно, плавильню попробуем разбомбить. О, не зря. Здесь становится опасно, чувак мой говорит. Хорошо, если опасно, значит, ну что мы можем взять? Мы можем вот это, в принципе, взять, ткань, наделать бинтов себе, да? За ленту, как бы, можно и за ленту взять. За ленту мы возьмем место... Ладно, сейчас пробью двери. Да, я могу их разбить. Ай, блин, не то, что надо, разбил. Черт. Меня не хватит. Не хватит у меня. Почему? Потому что их тут очень много. Да, кулаками я не справлюсь. Или справлюсь. Будем бить кулачный бой. А почему у меня... А, нет, правильно. А где еще один зомби? А, там остались. А, так зачем я его бью? Пошли, братан. Пошли, твои кореша вон остались здесь. Хотя нет, лучше добить его здесь, потому что я могу вообще оттуда живым не выйти, правильно? Что поэтому, ребят, смотрите, сразу взрывать можно вот здесь, дабы не дабы не наступить на такие же колеса. Ну, в принципе, здесь, ну, фиг я знает, я бы, конечно, вместо вот этого еще так сделал бы, но я так пока делать не буду. Так, где тут еще захавать надо все по-быстрому. Морковку давай сюда. Короче, ну, не особо тут весело. Забрал только... Ну вот, можно было бы, кстати... Оранжевые мне не нужны. Можно что сделать? Можно забрать блоки. Здесь что-то. Нифига нету. Нифига. Короче, ребят... Не стоит оно того, поэтому имейте в виду. Хорошо, что сиху взорвал оттуда. Ладно, забираем тогда что? Забираем блоки. А, что можно еще такое сделать? Ну, одна курица того не стоит, поэтому я ее лучше захаваю. Ну, в принципе, и все. Если я сейчас по-быстрому успею я сделать бинты или нет. Нет, я не успею сделать бинты, потому что я сдох. Ладно, между еще одного топора поменяем, возьмем вот это. Ну, в принципе, как бы, ребят, нормально. Нормально было, потому что есть... ну, как нормальная кожа. Кожа только, и все, в принципе. Вот, ребят, такой небольшой рейдик. Прости, братан. Если ты видишь этот видос, конечно, ставь пальчик обязательно вверх. Если была у кого-то похожая база, но был лучше лут, обязательно пишите свои комментарии, ребят. Вот, поэтому, я не знаю, стоит оно того или нет. Будем чекать вместе с вами. А на этом все. С вами был Кейник. Давайте пальчики вверх. Кто не записался, обязательно подписывайтесь. Всем пока. До нового рейда. Чао, какао.